Ой, приветствуем всех, братья и сестры из города Томска. Кто нас помнит, кто нас любит всех, мы всем передаем привет. Кто забыл нас. А кто нас не помнит, напомню, я брат Арайк, вот рядом брат Минат с женой Рузанной. Вот мы были у вас в 97-98 году, вот почти полтора года там вместе мы были. Вот, и мы рады, что сейчас есть такая возможность передать привет. Да. И хотим сказать, что мы вас помним, скучаем по вам, часто вспоминаем, любим. И молимся за вас. Молимся, да. Вот, Бог дал такую возможность, брат Слава приехал, мы немножко пообщались. Вот, хотели бы общаться со всеми, не знаем, Бог даст такую возможность на земле. Приезжайте в Армению. На земле или нет, но если приедете, будет возможность, мы рады вас принять. Так что, слава Богу, что есть возможность. Мы тоже приветствуем от нас, от нашей семьи, всем томичам Томской церкви, нашим братьям, сестрам. Мы любим вас, мы помним, мы молимся. Мы радуемся за вас, когда видим ваше служение. Слава Богу, что Бог нам дал шанс быть с вами, узнать вас, быть рядом с вами. Мы считаем нас членами вашей церкви, еще членами вашей церкви. Несмотря на то, что мы живем в Армении, но мы рады, что связи есть в Томском. Приезжайте в Армению, мы будем рады принимать вас. Я тоже присоединяюсь и передаю всем большой привет. Без слез. Поем? А что пить? Все, слава.